Отрывок письма номер три. Итак, как вы находите себе цель в жизни? С помощью страсти. Страсти? Снова? Не-не-не-не-не. Та была страсть Коди. Теперь пора найти твою. Мою? Нет у меня ее. Страсть к чему-нибудь есть у всех. Есть у нее она, да, пение. Ой, да брось, Коди. Что? Мне не хватает твоего пения. У тебя очень красивый голос. Не знаю, почему ты больше не поешь. Я просто выросла. Пением счета не оплатишь. Ага, но это не значит, что его надо бросить. Коди прав. Отказываясь от страсти, ты отказываешься от части себя. Мы пора снова найти себя. Давай. Приготовьтесь! Найти последний отрывок письма! О. Ну и беспорядок. Ага, нам точно надо разобрать чердак. Мэй! Узнаешь этот чемодан? А? О, не нравятся мне эти намеки. Та-дам! Старая школа! Ух ты! Оу. Добро пожаловать в концертный зал! Мэй, пора петь! О, нет-нет, я не могу петь. Я уже много лет не пела. Ну же, Мэй! Он не отдаст нам последний отрывок письма, пока ты не споешь. Просто взойди на сцену и покажи, на что ты способна. Это не сцена! Это мой старый проигрыватель! Ты права! Но вы двое превратите его в настоящую сцену! Нам нужно освещение, динамики, микрофоны! Послушай, я не спою ни единой ноты. Ох. Нет, споешь! Нет! Выключи немедленно, дура! Мэй, ты прекрасно поешь. Конечно, Коди. И ты поможешь ей снова отыскать свой голос. Вперед! О, отлично! А теперь отправляйтесь на поиски динамиков, освещения микрофонов! Эй, Мэй, у тебя отлично получается. Ладно, подготовим сцену. Не хочется мне это делать. Ай, все будет хорошо, Мэй. У тебя отличный голос. Это уже не так. Не хочу позориться. Расслабься, я же твой главный поклонник, помнишь? Давным-давно, да. Сейчас же я в этом не уверена. Не волнуйся, обещаю, смеяться не буду. Спасибо, Коди. Прям воодушевил. Гонки на трассовых машинках. Я всеми руками за, Мэй. Почти. Скукотища. Узри мою зубодробительную скорость! Черт! Кажется, ты замедлилась, Мэй. Почти. Старайся лучше, если хочешь меня победить.
эта тарелка похожа на щит. Я теперь супергерой с тарелкой! Почему мне щит не дали? Потому что у тебя уже есть самое лучшее оружие — твой голос. Готова поменяться. У тебя очень могущественный голос, не забывай об этом. И откройся, Сезам! Классно, ты справилась! Здорово! Это же музыкальный автомат твоего деда. А, да, я и забыл, что он у нас на чердаке хранится. Думаешь, еще работает? Готов поспорить, мы сможем его запустить. Сейчас увидел нас. Ему бы понравилось. Или взбесило бы. Он всегда просил меня бережно обращаться с ним. Любил его почти как бабушку. Они были прекрасной парой. Ага, мне его так не хватает. Дедушка, если ты меня слышишь, обещаю, я его не сломаю. Антенна. Скорее всего, они подключены к твоему микрофону. О, вот этот голос я помню. Мне после такого понадобится теплая вода с медом.
Бом-бом! Вы оба отлично справились и заработали динамики. Отлично. Теперь можешь выпустить нас отсюда? Вы еще рано. Не останавливайтесь. Вам еще не хватает микрофона и освещения. Ах, как бы не поджариться. Иди первый, Коди. Ты так добра. Отлично, Коди! Слышала? Я теперь композитор. Конечно. Конечно. Прекрасное произведение искусства, созданное куском глины. Thank you.
крепче держись! Эй, Коди! Подними меня! Понял! Ты уверен? Доверься мне, я знаю, как крутить вертушки! Как странно, ты прямо в эквалайзере. Аккуратнее сейчас со своими вертушками. Ладно, ладно. Что это? Микрофон? Наверное. Книжка сказала, что нам нужны микрофоны.
прошу, не останавливайся, Мэй! Только не останавливайся! Что это было? Беги, Коди, беги! Уходим, Коди, скорее! Он нас поймает, точно поймает! Беги быстрее, не поймает! Быстрее, уже не могу! Держись, супергерой! Мне прямо не по себе стало. Салют! Отлично у вас получилось с микрофоном. Микрофоном? Это была гигантская змея. Которая чуть нас не убила. Ну, вы же все еще дышите. А еще заработали... Бум! Микрофоны! Поздравляю! Осталось только освещение! Не останавливайтесь! Ух ты! Я играла с этими штуками, когда была помоложе. Правда? Так покажи, на что способна. Хорошо, но ты тоже. Вместе сочинять музыку веселее. Ладушки, давай напишем хит. Должно быть, прожектор для тебя светит. Ну, спасибо, не надо. Да ну брось, Мэй, ты заслужила оказаться в свете прожектора. Нет, Коди, я предпочитаю прожекторами управлять. А теперь спускайся вниз. Ладно, ладно. Видимо, это мой момент славы. Черт, как же тут темно! Эй, может, подсветишь все-таки, пожалуйста? Я прикрою тебя, Коди, не останавливайся!
нас получается! Эй, свет на меня! Эй, как насчет нашего сотрудничества? Мэй, я ничего не вижу! Ого, Мэй, два прожектора. Уверена, что справишься? Доверься мне, я справлюсь. Ладно, я тебе верю. Я вижу выключатель! Отлично! Благодаря моим замечаниям вы стали сильной командой, друзья мои! Вы получили освещение! О, черт! Коди? Ого, Мэй, смотри! Смотрится отлично! Ну что еще нам нужно? Я на эту сцену не поднимусь. Да брось, Мэй, ты же раньше любила петь. Нет, это было просто глупое хобби. Нет, это не было просто глупым хобби. Ты же выступала перед целыми толпами людей с музыкантами, инструментами, помнишь? Ха, спасибо, Коди! Вот кого нам не хватает музыкантов! А теперь... Вот так, ступайте и найдите оркестр! Ты не мог бы не поощрять его, прошу тебя. Ладно, договорились, только спой. Что, очередная шахматная доска? О, это была моя первая. Она хотя бы не пытается нас убить. Ты же знаешь, я в шахматах не силен. Ну, важно, мы просто развлечемся. Ага, смотри, сколько тут всего. О, еще инструменты. Отлично. Давай их испытаем. Готово, можешь перебираться сюда. На здоровье. Превосходно.
тише! Да. Пушистые облака, лучи света, органы. Видимо, мы в раю. Тут даже оркестровая яма есть. Да, но где же сам оркестр? Эй, есть кто? Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Наверное, все уже по домам разошлись. Давай все отменять. Не-не-нет, Мэй, на твоем концерте обязательно должен быть оркестр, но... Он был похищен. Смотрите, вот там. Смотрите, смотрите. Похищен демонами. Демоны? На небесах? О, да. Все логично. Верно, да? Абсолютно. Сейчас же вам надо пойти и спасти оркестр. Пойти? Но как? Мы не можем ходить по облакам. Ага. Теперь можете. Вперед, вперед, вперед! Эй, Коди, видишь парящие вокруг ноты? Ага, давай выясним, для чего они. О, я лечу. Архангел небесный. О, музыкальные ноты связаны с дверьми. Демоны! Где оркестр? Вы его никогда не найдете! А вот и найдем! Ай, прости, облако, виноват! Нет, постой, смотри! Они его в тумане спрятали! А ключи вы не получите! Да неужели? Смейтесь, пока можете, безумные демоны! Сейчас мы устроим вам шоу! Коди, бей по облакам! Простите, облака, нам нужны ваши слезы, чтобы развеять туман! Спорим, эти странные люди не увидят нас в тумане! И нас они тоже не видят. Как думаешь, они нас слышат? И где эти демоны спрятали ключи? Наверняка где-нибудь в тумане. Моя прелесть. Эй, это же я, твоя прелесть. Что? Откуда взялась эта вода? Что там происходит? Райский воздух! Все равно ключ вы не получите! Наконец-то тишина и спокойствие. Нет, моя прелесть!
Вот так. Это только половина. Давай переберемся на другую сторону. Оркестр. Ага, в общем, прошу прощения, демоны. В общем, мы хотели бы позаимствовать тот оркестр, который вы вон там заперли. Мы никогда его не отпустим! Они начинают меня бесить. Ладно, давай добудем ключи. Эй, демоны, отстой, насмеетесь! Коди, сосредоточься на ключах! Эй, вы, демоны, вам тут не место! Отдайте нам ключи! Они тебя не послушаются, просто забери их и все! Коди, ищи демонов с ключами! Ладно, думаю, на этом все. Вернемся на сцену. Правда, впечатляет. Я никогда раньше не пела с таким большим оркестром. Не волнуйся, все будет нормально. Не-не-не-не, нормально не будет. Это будет волшебно! Чудненько! Молодцы! Почти все готово, не хватает только... Слушателей! Не-не-не-не-не-не, только не слушателей. Вам нужен последний отрывок письма или нет? Это же шантаж. Нет, это терапия. А теперь приведите мне слушателей. Будет сделано, княженце. О, так вы двое теперь в одной команде. Да, собственно, так оно и есть. А теперь идем искать слушателей. Эй, приятель! Да, ты! В чем дело? Ты нас не пропустишь? Простите, детишки, вход для взрослых. Детишки? Не-не-не. Мы просто маленькие, по размерам и все. Ага, конечно. Идите отсюда, детишки. Прошу прощения, мы взрослые. Документы у вас есть? Ну нет, мы оставили их дома. Ха-ха-ха, все так говорят. Фонарь! Они со мной! Да каким, братан? Они с тобой? Да-да-да, это мои клиенты! Давай! Прошу прощения! Добро пожаловать в клуб! Желаю хорошо провести вечер! Дорогу VIP! Уже не такой крутой, да? На, на! Давайте танцевать!
вот это да! Невероятно! Нереально, но весело! А знаешь, это место мне кое-что напоминает. А, ага, так и есть. Дискошар, здрасте, время зажигать. Платформа движется в такт ритму. Отличный спуск, Коди. Я этим навыком горжусь. Это было так круто. Еще разок! Стой, стой, стой! Нет, моя тарелка! Забудь, Коди! О, он катится! Не стой на месте! Танцуй, танцуй, Коди! Хватит подкалывать! Ты же говорил, что тебе не хватает веселья! Ага, но не такого, где жизнью рискуешь. Ничего себе местечко! Ого, тут круто!
Знаешь, Мэй, я полностью уверен, что это был самый странный опыт в моей жизни. Я рад, что мне не пришлось переживать его в одиночку. Ага, было безумно, опасно, изматывающе. Но интересно. И правда забавно. Ты слышишь эту толпу, Мэй? Да, я так волнуюсь. Эй, мы что? Ничего не делали. Почему они нам свистят? Давайте зажигать. О, да, давайте светящиеся палочки, танцуйте со мной. Что вы делаете, куда вы? Ну же, светящиеся палочки. Эй, Коди Мэй! Включите им музыку, пусть танцуют. Возможно, они будут танцевать, если ты с танцпола уйдешь. Да, чувак, правда, по-моему, ты их пугаешь. Вот уж ни за что, я жгу! Видели, как я бедрами двигаю? Прошу, прекрати. Прошу, только не это. О, божечки, я как круто двигаюсь! Смотрите, вправо, влево, вправо, влево! Но! Чтобы заставить публику танцевать, придется исполнить музыку! Верните публику на танцпол! Станьте диджеями! О, ну вот. Ладно, посмотрим, каково это — диджейничать! Уверена, они у нас еще потанцуют! Мэй, публика возвращается! Да, не сбавляем темпа!
поразительно. Просто нереально. Посмотрите на них! Посмотрите на слушателей! Они в нетерпении! Ага, как и я. Ты готова к выступлению, Мэй? А разве мы уже все подготовили? Да, у нас есть все, что нужно. Пора на сцену! Слышишь, Мэй, ты чувствуешь предвкушение? Я уже целую вечность не выступала перед Мэй, публикой. Мэй, все будет хорошо. Просто представь, что они все сидят в нижнем белье. Верно, это поможет тебе расслабиться. Коди, идем, подготовим сцену. Ладно, книжище. Эй, Мэй, не пуха. Я не смогу. Мэй, не обязательно все должно пройти идеально. О, нет, обязательно! Если выступление не будет идеальным, я всех подведу. Нет. Просто спой от чистого сердца. Ты родилась не для того, чтобы стать идеальной. Ты родилась, чтобы быть собой. Спой от чистого сердца. Будет нечто. Всем привет. Come on, May. Ну же, Мэй. Ты сможешь. Я в тебя верю. Давай. Thank you.
Я нашла твою любимую песню. Сможешь послушать ее, когда тебе станет лучше. Я люблю тебя, мамочка. Ты сможешь, Мэй. Я знаю, что ты справишься. Прекрасно, Мэй. Спасибо. Какая красота! Любовь исцеляет все. Роуз! Коди! Коди? Мэй! Получилось! Да! Мы вернулись! А где Роуз? Я не знаю. Роуз?
Мы. Что? Письмо. Дорогие мама и папа, простите, что поступила так с вами. Я знаю, как сделать так, чтобы все опять было хорошо. Вам просто надо перестать ругаться. Знаю, я не идеальная дочка. Погоди, что? Простите, мне не нравится чистить зубы. Простите, я читаю книжки вместо того, чтобы спать. Простите, что не убираю игрушки на место. Я знаю, что вы хотите развестись из-за меня. Она винит себя. Она считает, что это ее вина. Я оставляю вас, чтобы вы смогли снова подружиться. Вы должны дружить. Я люблю тебя, мамочка. Я люблю тебя, пап. По скриптум. У меня хватит карманных денег на автобус. Не волнуйтесь. Я взяла с собой бутерброд и леденец. О, нет. Роуз. Роуз! Милая. Прости меня. Не волнуйтесь за меня. Идите домой. Нет. Роуз, солнышко, ты не виновата, что мы ругались. Правда? Да, Роуз. Тут никогда не было твоей вины. Ладно. Так, это значит, что вы снова подружитесь? Милая, послушай, что бы ни случилось, мы с твоей мамой всегда будем рядом. И мы всегда будем тебя любить. Всегда. Ладно. Иди сюда. Откуда это у тебя? Я нашла ее у школы, в мусорном баке. Ну, я рада, что ты ее нашла. Иногда в мусорном баке можно найти настоящие сокровища. Идем. Идем домой. Ладно. А знаешь, Роуз, если бы твоей маме пришлось драться с агрессивной белкой в два раза ее больше, кто бы, по-твоему, победил? Мама, конечно. Ты права. Именно поэтому мне с ней классно. Коди, раньше я считала, что ты лишен здравого смысла. Должна признать, теперь ты ведешь себя гораздо разумнее.